Спорт – норма жизни. В рамках этой программы президентского проекта «Демография» в парке «Жемчужина» появилась первая специализированная площадка для выполнения нормативов ГТО. Как юные спортсмены оценили новый тренажерный комплекс, узнавал наш корреспондент. Подтянуться, отжаться, прыгнуть дальше всех, качать пресс и многое другое теперь может каждый на новом ультрасовременном спортивном объекте. Для тренировки силы и ловкости установлены элементы для занятий воркаутом, разноуровневые тренажеры, оборудование для общей физической подготовки, в том числе для выполнения нормативов ГТО. Это счастливый момент для нашего городского округа. Все мы очень ждали этого момента. Данная площадка, конечно, полезна для всех жителей города, от мала до велика. Все могут прийти, сдать норма ГТО и получить знак. Парк «Жемчужина» – это точка притяжения не только жителей микрорайона, но и всего города. И то, что у нас такой необычный, единственный, как я поняла, во всем городе по наполняемости спортивный объект появился, это очень важно. Потому что нет ничего главнее здоровья наших детей, возможности проводить время правильно и приятно. Я вас поздравляю и надеюсь, что это будет хорошим местом, где вы сможете собираться и проводить свое время. Сразу после открытия площадку заполонили юноши и девушки. Каждый тренажер оказался задействован спортсменами. Школьники приступили к сдаче нормативов ГТО. Мы сегодня провели комплексную сдачу ГТО, и я довольна своим результатом. Я вообще занимаюсь уже 3 года борьбой самбо-дзюдо. Вот, и у меня уже есть достаточно большие достижения. В будущем я хочу стать тренером, иметь черный пояс. Ребята за отведенное время успели выполнить нормативы по подтягиванию на высокой и низкой перекладине, отжиманию от пола, наклоном вперед на гимнастической скамейке и по прыжку с места в длину. Праздник спорта удался на славу. Еще одним спортивным объектом в округе стало больше.